Сельскохозяйственные организации усіх районов области начали весновые полевые работы. В основном высеиваются овес, ячмень и зернебобовые культуры. В целом по области засеяно 6500 гектаров площади. Это 5,5% до плана. Найбольш активно у работу включились господарки Ельского района, где ранними яровыми культурами уже засеяно треть площади. У лику лидеров так само и другие паўднёвыя регионы – Лельчицкий, Мазырский и Петриковский. На этот этап полевых работ традиционно отводится каля 10 дён.